С вами Шимики, и это у нас колда четвертая. Так, давайте я посмотрю все-таки разведкоды. Ничего не изменилось в основном. А ну-ка, подождите. А, ладно. Выбор задания. У нас акт первый. Чарли не сверфят. Не сверфят, не знаю. Да. Средний. Разведка сообщает, что Аль-Асад, возможно, находится в одном из зданий западного района города. Мы окружим их и возьмем Аль-Асада. Всем ясно? Приготовиться! Вот мы и отправляемся. Чарли не сорфят. День второй. Вижу берег. 13:45. Сержант Пол Джонсон. Вылетаем через 10 секунд. Вас поняла. Попали под обстрел. У нас здесь гранатометы. Все горит, все в огне. Черт, чуть не попали. Вижу цель. Так, все наши высаживаются. Ага. И мы высаживаемся. Так, лады. Все, мы идут. И мы идем. Капитан Канаматос. Вон нужное здание. Входим через левую дверь. На позиции. Хорошо. Все, дверь можно открывать. Но это левая, ведь так? Ну да. Взрывай! Заходим! Заходим! Чисто! Я молодец, я убил. Джексон, занять позицию. Ах ты, зараза. Проходим, проходим. Световая. Так, СВДшка. У-у-у-у, да ты идишь ты. Откуда палят? Почему он такой медленный в поворотах сбоку? Пиздец. Это наш? Наш. О, данные еще. F. Ух, меня чуть не грохнули. Ох, ууу, блин. А если я поменяю? Да, нереалистично. Где дача? А дачи нет. Рабаши, калаши. Ууу. Так, я ж снайпер. Как бы... Готов. Вперед, вперед, выдвигаемся. Всем отрядам! Проверить все трупы! Искать Аль-Асада! Здесь объекта нет, сэр! Здесь Аль-Асада нет, сэр! Так, ладно, перезаряжаем. Это говорит Красный Волк! Здание чисто! Аль-Асада нет! Прием! Принял. Вас понял, сэр! Всем быть на чеку! Мне только что сообщили, что Аль-Асад ведет передачу с телестанции в полкилометре отсюда! Вас понял. Двигаемся пешком. На месте заберем посылку. Вперед! Ну, да, дышка есть. Черт!
Минус. Минус. Так, в локоть нужно. Блин, нужно кнопкой поменять немного. Да ё-моё, надоели. Ладно, двигаемся. Наше подкрепление приближается. Я понял, понял. Я выдвигаюсь в спину. Минус. Огонь. Тихо, 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 тихо. Убит. Обхожу. Ё-моё. Тихо. Вот он. Передвигаюсь. О, бочку резанул. Так, ладно. Да, я слышу. В окне. Не стрелять! Свои на подходе! Это свои? Это не свои, чё ты врёшь? Да, залез на бочку, проверяй. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, снайперка. Окно. Бля, промазал, ладно. Еще сбоку стреляют. Вперед, 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 вперед. Это вражеские машины? Наши приближаются. Крыша. Так, ладно, первым нужно убить. Минус. Минус. Там третий был. Он не хочет высовываться. Ладно, я передвигаюсь к ним. Наше подкрепление приближается! Смотри, куда стреляет! Это наши? Они свои! Это не свои, ну чё они врут? Чёрт. Вот это свои? Это ты хочешь сказать наши? Тихо. Еще данные. Нифига себе, оказывается, их по несколько. Так, СВД, быстро перезаряжаюсь. По мне прилетело в голову, походу. С подствольником? Нихера себе. Откуда, откуда, откуда? Ха, лошара. Лошара. Ты в меня, если значит, машину бы взорвала, я бы вам дал, блядь. Куда идем? Уйди ты в сраку, врет. Так, с базукой. Минус. Это вражеская. Сейчас своего взорву там. Машина горит. Тихо-тихо-тихо. Спасибо за флешку. Сверху? Понял. Сзади? Какого хера? Что ты затылок почухаешь? Типа тебе ничего не попало, да? Типа ему норма. Вот. Это вот наши. До свидос. Это точно на сложном играю? Ну, на среднем. Все? Все. Так, ладно, куда нам дальше идти? Вижу здание. Принял.
Так, ну нам просто в здание, да? Отлично, занять позицию на прорыв. Давайте, короче, хотя, блин, ладно, машину взорву хотя бы. Вот так, о. Мы ж в это здание, да, все равно идем. Блин, они уже зашли. Они не зашли. А через окно, ребят, не? Захожу, захожу, захожу. Меняй на СВД. Прохожу. Все чисто. Блять. Вон они. Давай, давай, давай. Покажись, покажись. Нормально, нормально. А, я попал, все. А, и тут заперто, черт. Проходим, проходим, ребят. Еще один компьютер? Блин. Может, тут эти еще есть одни какие-то компьютеры или тут нету? Данных. Секрет данных. Походу нету. Что такое? Давай я двигаюсь вперед. Так. Тихо, 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 тихо. Ну куда ты бежишь, пуляешь? Понимаете, он меня сейчас просто палит. Где я? Они уже в спине, найс. Да, они... Ах ты, зараза. Я думаю, кто мне... В смысле, я тебя через... Окно не убил, ты. Нахера. Ах вы, жопа. Все? Все? Или еще хотите? У меня еще есть один. А чем мои заняты? Ладно, я штурмую. Тихо. Фу. Сверху. Окно. О, хотя бы одного патрона хватило. Тихо, меняюсь. Передвигаюсь. Поднимаюсь наверх. А заперто? Так, это мои. Да ё-моё! Тут тоже ничего нету. Это мои? Я не понимаю, где мои, где нет. Я со своими здесь по кругу бегаю. Класс, я вас понял. Мир отвергает диктатуры и подавляет ее. Серьезно? А что мне нужно было? Окей. Ладно, играем тогда. Серьезно и грубо. Минус, минус. Проходим, проходим. Убил. Убил, убил. Откуда, откуда, откуда? А, я сбоку. Игры пробил. Там граната упала, кажется. Откуда, откуда, откуда? Перемещаюсь. Наверх не залезть, да никак, блин. Давай. Минус.
Значит, в той двери, да? Пробегай, пробегай. Чисто. Я понял, что меня тогда грохнуло. Тихо, тихо, окей. Где эта тварь? А, и тут есть про... Нету тут нихера. А куда мне идти? Просто отбить. Ну. Всё чисто! А, наверх! Классно. Алясан должен быть на втором этаже. Куда? 20, сюда куда-то. Как они передвигаются? Вот так что ли? Давай, осторожно, чел. А вот и наши парни! Так точно! Прикольно. Так точно! Все, на выход, пацаны. Не стрелять! Это свои! Никаких признаков Алясада, сэр. Хорошо. Десантники, заходим! Всем быть начеку! Хорошо. Захожу внутрь. Кухня. О, вражина поехала. Ха-ха-ха. А кто-то на бомбу наступил. О, лошара. Ладно. Минус мозги. Так, это наша. Там еще вот там где-то одна. О. Трупы, окей. Три патрона еще. Зараза. Минус. Они бесконечные? Блин, я хочу ее взорвать. Блин, я своего грохнул. Нахер надо. Хорошо, захожу чисто. Крыша. Вижу врага. Они ложно, ложно. Где мои? Они идут? Ребят, а вы идете? Звуки оттуда. Какие они глупые. Я хочу пройти. Чисто. Чисто! Это просто запись. В комнате чисто. Его здесь нет. Эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Все? Грикс, выключи ты это дерьмо! У меня все равно есть кое-что получше. Центр, говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Алясада нет. Передача шла в записи. Прием. Да, так точно. Вас понял, центр. Конец связи. Десантники, слушай меня. У нас новое задание. Быстро собраться и на выход. Вперед. Все? Ну что? Это GG? Ну вот на этом все, ребята. Давайте посмотрим, что нам открылось за третий репетит. Какие-то рептинты недоступны. Непонятно что. Может, это новое оборудование? Фотонегатив? Скорее всего, это... Что-то дополнительное будет у нас. Ладно, давайте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. И аркадный режим какой-то. Пройдите кампанию на любом уровне сложности. Ну ладно, всем пока.